Всем привет, с вами Валюк Чар. И сегодня у нас обзор на сигареты American Black Vega сигареты с фильтром. На заднем стороне написано мета рождения. Это значит, если будете курить, у вас будут мета дети рождаться. Это отлично, конечно. И курение убивает, конечно же. Это же красиво, круто и стильно. На сигаретах написана какая-то хуйня, но это не самое главное. Изготовлено под контролем Incorporated Avenue, Бруклин, Нью-Йорк, США. Конечно же, в Ленинградской области. Смолы 10, никотин 0,8, СО 10. Стоит сигареты 60 рублей на 0,7 и 16. Да и все. Все рассказал, поэтому можно делать вот так вот. Написано American Blend. Типа американский стиль. Дыма от них. Нормально. Набивочка средняя. Колец перфорации не имеется. Ну, сигарет начинает синий Винстон. Данки приятно, синий Винстон. Но стоит это все радость 60 рублей Российской Федерации. К сравнению, синий Винстон стоит 100 рублей. То есть выгода 40 рублей, если вы курите две пачки в 2 дня, ой, одну пачку в 2 дня, то это выходит, получается, 3 пачки. Если вы курили синий Винстон, то это вам обошлось бы в 300 рублей. Если вы курите Вегу, то это вам обходится в 180 рублей. И это довольно-таки выгодно. И здесь больше никотина, поэтому это удобнее. В принципе, сигареты довольно-таки хорошие, но я бы вам не советовал их покупать, потому что, возможно, в них есть какие-то канцерогены, которые плохо влияют на здоровье. Поэтому я вам, в принципе, советую курить нормальный табак, такие как сигареты Синий Винстон, Ротмус с зеленой кнопкой, Бонд с кнопкой. Ну, это я шучу, конечно. Лучше вообще не курите. Активность на канале повышается. Я не знаю, с чем это связано, почему-то на канале 170 или 160 просмотров. Не знаю, я кому-то стал нужен, наверное. Кто-то обо мне вспомнил опять. И довольно-таки странно, в принципе. Потому что на моем канале 8 подписчиков, блядь, хотя было 568, нахуй. И просмотры, ну как, в 2 раза меньше стало просмотров. Раньше за 3 дня набиралось 500, сейчас за неделю набирается 170, но это довольно-таки мало. Я надеюсь, вы подпишетесь на мой канал. Если, конечно, не подпишетесь, я вас накажу. Серьезно, докажу. Ладно. Я не знаю, что еще пиздить по поводу них, потому что, ну, серьезно, тут нечего говорить, блядь. Просто сиги, просто дедовские сиги, которые такой, дед ваш сидит такой. И радуется жизни, всем прелестям ее. Возможно, либо же легких не будет вовсе, а будут угольки небольшие такие. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Валёк Чер, секси бой номер 224. Всем до свидания, подписывайтесь на канал, я вас люблю и целую.